вами я, Legoman Team, и сегодня я вам покажу, как эмулировать iOS на Android. Без всякой воды сейчас расскажу. Заходим на этот сайт apptis.io. Я оставлю ссылку в описании на этот сайт. Здесь вы можете выбрать iOS или Android. Я выберу iOS, и можно выбрать устройство. У меня, допустим, будет iPhone 11 Pro. И можно выбрать язык. Здесь есть английский. Здесь есть английский, French, я не знаю, что это такое. И здесь есть Spanish. Чтобы уже эмулировать Android, надо нажать Tap to Play. Все. И тут есть очередь. Поэтому надо подождать. Я покажу. Почти прошло. 4 человека осталось. Я надеюсь, долго ждать не придется. Я вам объяснил. Вот здесь можно выбрать iOS или Android. Мы будем запускать модель, устройство и язык. Вот. Language. Вот. Здесь можно выбрать. Испанский, английский, French. Я не знаю, что это. Но модель здесь можно еще выбрать. Окей. Так, опа. И Android еще можно выбрать. Но я не буду выбирать, потому что сейчас очередь обновится и слово. Окей. Все. Я следующий. Я сейчас вам покажу то, что это реально рабочий способ. Все, загрузка. Загрузка идет. Все. Все, мы видим то, что... Все, вот можно так. Как тут выходить? Вот это реально рабочий способ. То есть здесь можно реально как бы... Как сказать? Вот, и у меня еще снизу очередь есть. Вот я вам говорю, это рабочий способ. Вот здесь можно, например, гулять. Это реально рабочий способ. Вот сейчас время закончится уже. Я вам покажу. Ну, это реально рабочий способ. Вот, у меня время уже закончилось. Вроде. Все, видите? Вот и снова. То есть это рабочий способ, но он на время, как сказать. Тут очередь есть. Ну, я думаю, я вам помог. Но там, к сожалению, есть ограничения кое-какие. По типу то, что там нету App Store. И там, к сожалению, как-то нельзя скачать приложение. Там есть там Википедия, карты, такие вот примерно. Калькулятор, Safari, браузер. Ну, я думаю, я вам помог. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока.